Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Borderlands Pre-Sequel. Так, хорошо, на чем мы с вами тогда остановились? Давайте сразу по карте. А, я думаю, подождите, это не новая локация? Я уже в новой локации. Мне нужно, во-первых, вернуться как-то обратно. Подождите, пустоши бессмятежности. Я не знаю, это изученная локация или нет. Ладно, не суть. Кажется, изученная. Внимание, что-то обнаружено. Лунный глиссер. Так, хорошо, лунный глиссер. Лазером. Я не хочу с лазером. Давайте лучше ракеты. Так. Телепортироваться в машину. Знаете, что я хочу сделать? Я вот... Заткнись. Заткнись. Готово. Так, убить 5 врагов... наехавши на них. Да запросто. Это я запросто. Ой. Только нужно не забывать про прочность. Забьем сразу троих. Готово. Ой, какой-то он слишком прочный, слушайте. Эти взрывные. Так. Получено, получено, все у нас получено. Надеюсь, громкость нормальная, я еще более игру сделал погромче. Так, стоять, мне... А, мы отсюда начали. Так, ну, в принципе, вход в карту, выход... ряда... А это что у нас? Роботрон, да, взять? По миссиям, зов сердца. Мы, в принципе, можем... А, мы ж не можем вернуться, там этот у нас. Стоять, или можем? Я такой бы, чтобы вернуться. Я такой, чтобы вернуться. Ладно. Если там прохода нет, то мы сейчас вернемся тогда обратно. Блин, интересно, лазерные пушки как выглядят. Если же новые боеприпасы есть, значит что должно быть. Хочу быстрее уже получить этот навык про халявные этот патроны при крите. Критовать я буду часто, потому что я по сути меткий. А вот смотря с какого оружия только. О, как раз сейчас мы заберем. Надеюсь, тут враги заново не будут на меня лететь. Зараза. А чёрт. Ай, промазал. Промазал. Да ёлки-палки, где моя меткость? Блин, нужно было поиграть в КС-ку. Да, ну я и мазила. Так, у челика была лазерная пушка. Так, о кислороде не нужно забывать.
Бац. Не попал. Попал. Сейчас мы забираем нашу посылочку-то. Нужно не забывать, что баки у нас снова пополняются. Так. О, ладно, сейчас еще вниз сюда спрыгнем. Я тогда здесь, да, поднимался? Вы поймите, просто как бы не очень. Потом заново сюда идти. Нифига их тут валялось. Так, теперь я должен их развесить. Теперь мы их развесим. Так, хорошо. Сразу по инвентарю. У меня еще 7 свободных слотов. Бежим тогда по-быстрому. Бежим, бежим, их развесим. Здесь я, да, тогда раздавал. Меня там что, бочки кидают? Воу-воу-воу! Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Так, еще двое. Да, вот этого что, враги восстанавливаются не очень. Патроны, патрончики, ништяк. Так. Да-да-да-да-да. Ой. Попал. There's absolutely nothing about that I like. Не попал. Давайте в прыжке тогда. Мне ж там тоже, да, нужно такие повыполнять. Убиса в прыжочке. Так, сюда. Ща мы поставим. Мне еще патроны нужно где-то раздобыть. О, тихо. Тихо-тихо-тихо. Сейчас нужно на эту запрыгнуть, и, в принципе, можно и повесить легко. Я вижу. Я думал, что ты типа умрешь, либо типа того, она говорит. Так, окей. Как туда взобраться? Он скатывается. Ладно, ладно. Мы же за тёлку играем. А если я отсюда сразу бегу? Нифига, да? Манать, и как вы это... Окей, давайте от ящиков. О. Конечно. Кстати, нужно будет купить еще сотню для моего так, космозавра, типа того. Так, все, полетели обратно. Все, она говорит возвращаться. Мы с вами выполнили такую эту миссию. Поэтому на самом деле можно возвращаться. Я пушку, да, не взял? Делаю. Ладно, не суть. Все это дело можно будет продать.
Кислородик. Нужно посмотреть, у меня, наверное, монетки безбашенности есть. О, на продажу что тоже новенькое у нас уже побежало. Но заметьте, это все белизна и тут... А, это обычный, да, щит у нас идет вообще. Это просто щит у нас идет. Так, по оружию что? Ты не распродаешь оружие? Так, я помню, улучшение можно было покупать. Их пайк. Мне нужно урон. Урон. Держка. Взрывной урон. Не, не то. Все, теперь можно отсюда выбираться. А я волновался, что я доп миссию не возьму. Изи, просто взял их и выполнил. Хорошо, что здесь была еще с другой стороны. Проход, так сказать. Блин, знаете, я посмотрел в Ютубе, в принципе, игра ходит там на 49 в среднем. 40. Ну, короче, 40 серий. В среднем выходит. Тут я подумал. Это с DLC или без? Я сейчас понимаю то, что я буду, блядь, бежать через врагов. Да. Так, мне же сюда, да, нужно? А по этой миссии... В принципе, мне в одну точку нужно. Бить врагов в прыжке. Дали чё? Лёд. Я хочу ноускопнуть. Эй, парень, можно ноускопнуть тебя? Ну, замечу, что крита не было. Это был не крит. Ладно, возьму лучше пистолет, но для них очень хорошо выходит от эти. Дробовики. Они против дробовиков вообще ни хера не могут сделать. Так, чтобы в ту еще сторону бежал. Полетели. Зря я машинку, блин, где-то посеял. Нужно, наверное, было за ней сходить, да? Что это за синяя херь? Она разве был? А, это источник воздуха, стоять. Хотя ладно. Так, здесь мы пролетим и забежим. Здесь долечу. И не долечу. Бля-бля-бля-бля, они уже близко. Они уже близко, пизда. Все на продажу. Пускай выходят. Сейчас пас, открываем ящички и валим отсюда. Да? Прямо вот туда. А они меня не заметили. Вот сюда мне, походу, нужно с помощью машины перелететь. До той, вот этой точки долечу. Ну, какого хера? Какого хера вы за мной бежите? Какого хера вы за мной бежите, блядь? Иди на... Нахуй! Нахуй! Хелп! Блядь! Хелп! Сука, она не помогает мне. Рада тебя видеть, вот возьми это Арбитрон, с его помощью ты сможешь что-то там сделать. Не знаю что, но я могу тебе задание сдать и... О! Каски есть.
Это Делфит, смотри, как Делфит... Так, подпрыгивает, смотри, как Делфит умирает, смотри, как весело от этого Дженни. Она счастлива. Роботрон. Что? Чё? А, это воздушный этот. Так, позову сердца. Ну, автомат лучше, поэтому... Ну, как лучше. Он дороже, поэтому я автомат лучше возьму. Ну что, переходим через трещину на своем... Так, драндулете, и ты на полпути к Кардете. Там ты сможешь найти чего-то там. Ищешь встречи позже. Там лазеры, а там взрывы. Поймай волну смерти от удара током. Зажигательное оружие. Здравствуй, новый лучший друг. Я представляю корпорацию Торгу. У меня очень сильно задерживает существование лазерных пушек. Они стреляют светом, который даже не взрывается. Прикинь, я тебе заплачу, если ты уничтожишь этот световой реактор. Так, излишне эмоционально, но он довольно хороший. Так, хорошо. Хорошо. Что мы делаем? Пустошь безмятежности. Это мне нужно возвращаться, да, бро? Так, а что вот это? Так, хорошо. Или мне не отмечено это? Так, пройти на склад. Спринт готов сделать вам лазерную пушку, если вы принесете ей световой реактор. С его стороны мистер Торг из корпорации Торг обещал вам... Что с этим не так? Так, верните запись Эхо Спринт. Сдать Спринт. Поймай волну. Сундук Дженни. Открыть сундук Дженни и взять снаряжение. Что с тобой не так? Я не понимаю, что она мигает? Мне кажется. А, это освещение, я понял. Короче, я потерял часть своего хабора в сейфе, чтобы Делфит до него не добрался. Сейчас скину его координаты. Сюда. Так, а здесь? А, да, тут уже было закрыто. Ага. Угу. Мне рукой помать. Как мне открыть? Дженни, как мне открыть его? У тебя же помогло тебе с этим заданием? Не буду. Хорошо, давайте возьмем. О, готово. Открыл. Скорее всего, и взрывчаткой можно это было сделать. Так, выстрел, быстрый выход. Емкость заряда, урон от волны, радиус волны, ого, радиус волны, взрывых выходит. Так, если заряд на луне высвобождает электрические волны, так, повторная волна, возможно, после полного заряда. У него емкость довольно маленькая. Такое. К сожалению, я забыла шрифт, так что придется открывать его по-хитрому. И щит станет твоей отмычкой. А знаешь что? Я уже все сделал. Так. Все, да? Я же, по идее, выполнил. Так. Хера, у меня уже 89-й. Так, шанс стихийного урона. Урон от стрельбы. 0,6. Так, мало. Так. Скорость зарядки щита. Урон в ближнем бою. Уменьшить отдачу. Урон от гранат. Скорострельность. Отдачу. Потратить жетон, скорострельность, урон от гранат, точность, урон в ближнем бою, уменьшение отдачи. Так, хорошо. Я так и не посмотрел по заданию. Поймай волну, это религиозная гряда. Это у нас где? Регулятивная гряда.
Так, система. Там. Торг-тор-тор-тор. Это здесь. Хорошо, значит, берем машину и отправляемся сюда обратно. Я только пока что вижу так. Смысл делать? Так, это мы с ракетами, да? Так. Телепортироваться. Сейчас мы быстро. Блин, я не знаю, просто понимаете, те же. Дело в том, что побочные миссии мне тоже нужно выполнять. Хочу я этого или нет? Так, стоять. Сразу миссию отметить. Ну, по сути, какая-то миссия была у меня. Сдохнуть, да? Так, а... О. Суперзвуковое. Так, перейти. По сути, я должен с автомобилем перейти, наверное. Так, взрывной стихийный урон наносит весьма серьезный урон всем видам врагов. Отдельные взрывные заряды наносят урон по небольшой области. Так, 21 минута. А мы лазим еще в тех же самых локациях, но мы уже можем перелететь через мост, поэтому это плюс новый контент. Подождите, а где там должен был убить кого-то? Так. Или это, скорее всего, перелететь мне нужно, чтобы выполнилась миссия. Ага. Ну, здесь довольно недалеко, поэтому поехали. Или нет? Я надеюсь, я не сдох. Походу, я сдох. Где я появляюсь? В другой локации, да? Ой, ну вас нахер, деньги сколько тратят? Ух. Так, а с той стороны довольно долго, да, мне будет получается? С этой. Блин, а как мне там? Я что, перелететь вообще не могу? Блин, почему сразу вот это не дали мне миссии? Теперь я вот бегаю, страдаю. Ребят, скажите. По сути, туда можно перелететь. Только что-то я тупанул, походу, да? Наверное, нужно было либо с этой стороны. Хотя, наверное, с этой, да? Перелететь на ту. Ладно, давайте еще раз попробуем. Только мне нужна машина. А где мне ее взять? Это уже труд. А хотя, подождите, там, на... там же мы находили машину, да? Только что я не могу несколько раз сьюзать это. Трату воздуха. Потому что она довольно медленная, если так посмотреть. Давай, пошли. Берем сраную машину и летим. Тогда возьму разгон, заюзаю ускорение. По сути, должен пролететь. Если не пролетает, то нахер это нужно. Я пойду либо на обход, либо остановлюсь запись. Зайду уже туда и продолжим. Как вариант. Но сначала я попробую перелететь с этой стороны. Я уже он так долго крутишь. Да, все, здесь можно машину вызвать. Так, разместить тачку. Портироваться в машину. Окей. Не, ну по сути, если там посмотреть, то там не очень такое же большое расстояние, и он должен долететь. Я надеюсь. Regold Range. А я же его не захватил, да? Или захватил? Я убил электрического там мужика, по сути. По сути. Плохо прогрузка. Так, вот здесь мне нужно. Так, берем разгон. Да, все, можно. Отлично. Тогда все отлично. Только тут враги сейчас могут возобновиться. Thank you.
Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, мне... Да ёлк, не, я не хочу лучше так рисковать. Ох, а их сейчас много, да, будет? Да-да-да, постреляйте, постреляйте. Мне в спину попали. Короче, где мой пистолет? Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо, чё у вас так много? Знаете, их тогда не было столько. Их тогда было поменьше. Вот это немного мне в парде не нравится. Блин, но это, знаете, чисто сделано для того, чтобы я постоянно возвращался, фармился, фармился. Это тоже, как бы, с одной стороны, не очень. Так, и последний. Не последний. Ого. Это пожестче, чем те остальные. Так, Ладно, сейчас восстановлю себе заряд и побежим, посмотрим. Так, ну пока что я немного не понял, куда мне идти. По с одной стороны показано, что где-то снизу. Снизу прохода ж нету. Может, где-то все-таки снизу там? Не, походу вот, дверь, во. Во-во-во-во. Вдруг тебе придется несколько... Так. Почему? А что вообще происходит? Стоять. Вторая школа, рейтинг безбашенности. И... И... Так, я сейчас немножко не понимаю. Ударьте ударьте электричеством по камере Стив. Где я тебя с электричеством найду? У меня только взрыв есть. Та-па-пам-пам-пам. Так. Давайте щит попробуем поставить.
Это волнение щит, которое у тебя дало как раз и отрубит их все сразу. Просто нужно, чтобы... Что? Подожди, как мне 5 зацепить? В смысле, там волна не достает? Найди способ нанести себе урон рядом с электричеством. Не знаю, кинь себе под ногами гранату. Дело в том, что я не могу. Мне только 3 почему-то удается зацепить. Ладно. Вот почему только 3 зацепи? Почему только 3 цепляешь? Почему только 3 цепляешь? Наконец-то. Так, ясно, пожалуй, не только классы пароли к тебе. Вот дурачка. Ладно, заходи при случае. Короче, я понял, нужно оставлять некоторые предметы. Блин. Подождите, а почему значок здесь? Так. Это квестовый, что ли, предмет? Смотреть. Мокси. Без понятия. Ладно, полетели. Щит. Так-а. Так, ладно. Где моя машинка? Где моя точила? Берем точилу и уезжаем. Ну вас нафиг. Надеюсь, не сдохну, долечу. Хотя нет, здесь я не должен сдохнуть, я надеюсь. Боже, сейф глупый. Модификатор гранат меняет действие ваших гранат. От стихийного урона по области до разлетания на несколько частей. Чтобы огонь горел, требуется кислород. В вакууме воздуха нет, поэтому огня там не бывает. И требовалось доказать. Когда вы прицеливаетесь при активном навыке, что-то происходит. Да ладно. Сейчас доедем. На свое чертовое задание. Ты на Луне нужен транспорт. Бла-бла-бла-бла-бла. На. Что, деньги. Мне вот эти деньги нужны были. Так, все, да? Мне осталась только сюжетка. По миссии. Нет. Не только. Ладно. Блин, знаете, плохо то, что он только одну цель цепляет. Вум-вум. Ха-ха!
Нифига себе. Готово. Можно лететь. А, будьте осторожны, Краген, они появляются вскоре после того, как кого-то там убивают. И била на пару. Прости. Мирный Крагут. Ты на месте? Задание, где находится световой рекет, должен быть где-то здесь. Разумеется, для этого и дала тебе пистолет погонялку. Постреляй из него. В это грузь мусора и проломай себе проход. Имеешь в виду здесь? Походу, да, пистолет вот это квестовый. И нет. Слушай, что фигня. Что-то фигня, деточка. А, разозлить мирных этих мне нужно. Эй, ребятишки. Так, что-то я не врубаюсь стоять. О! Давай. Ну. Ну. Тебе машина мешает? Боже ты убогий. Давай. Этого маловато. Давай второй разгон. Полетел. Ой, кислород, кислород, кислород. Сейчас он отойдет. Давай, полетел. Отлично. Они проломали дырку, теперь проникнуть внутрь довольно просто. Так. Я, походу, как-то делаю их этим. Ага, все. А как? Все, хорошо, хорошо. Только я до конца не понял, как я это сделал, ну плевать. Супер, теперь тащи его сюда и обменяй его на. Или ты можешь уничтожить его и получить гораздо больше крутую пушку. Тор, почему это ненавижу? Лазерные пушки и очень долго помню обиды, вот такой уж я выбор. Брось реактор в лаву. Ох, мне даже неудобно передавать этой главной мышце. Ой-ой-ой, тихо! Так, отнесите световой реактор Спринг или катить святой ракет в лаву. Блин. Знаете, но это возвращаться нужно. Давайте я просто в лаву скину. Возьмем машинку. Ой, сори. Готово.
не врезайся. Главное не упасть, главное не упасть. На самом деле мне не нужен... Блин, ну лазерная пушка, но это возвращаться нужно. А это трата времени. Да, ребят? Да. Потом я решил, наверное, скину его просто. Он типа покатится? Вот так! Брось его в лаву! Как же долго! Я ненавижу все, чего не понимаю. Наука, ты в пролете? Искатель хранилища, я отправил тебе клевую штуку. Сходи за ней. О, досада. Ну ладно, хотя бы это крышка осталась довольна. В целом. Это он мне нихера отправил. Замечу, что зайдя в машину, мне этот пополняет. Так, забрать пушку. Ну, молот. В принципе, дробовик, слушайте. Так, давайте посмотрю, что лучше. Ну, по урону понятно, что лучше. И точность у нее... А, у нее точность меньше. Скорострельность поменьше будет. Перезарядка улучшена. Хотя взрывной урон, слушайте. Понятное дело, что это все пойдет на утиль. Ой, я чуть свою машину не сломал. Так. А, все, да. Я внутри. Я внутри. Давайте уже тогда на следующей моей серии зайдем туда, да? В этот Конкордию. Конкордио. Хотя. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.